Лёки. И танки нет. Давай я по танке. Агро у тебя есть? Мне его не срывали, но виды, да. Ну, где он его знает? Смотри сам. Сопротов есть на один драйв, точно. Это не у всех, наверное. Это, по-моему, Юки Золоман нужен был? Ну, именно Зуль? Нет. А просто помочь. Так, ну, раз сопротов на один трай, давайте тогда пробовать. Паладин танкует. Там Лок писал, что тут первый раз. Сейчас я все расскажу. Да не, у Войда вообще нет сопрота. У второго вара там 3 минуты был. Но новую выпил вроде. Дим. Оу. Как мы убивали его? Я, короче, когда у медведя... Ну, как, я помнишь, сейчас все рассказывать буду. Проблемы с ветвями были. Я там за полтора, ну за процент, за полтора начинаю его сразу вести вот сюда, в угол. Все, медведи, и там мы этот процент добиваем. Делаем не так, смотри. Первую и вторую фазу бьем его в кресте. Соответственно, ветерки будешь водить ты, скорее всего. Что? Ускорение у тебя есть. Отлично. Смотрите, а мы все пойдем туда, то есть вот так вот в угол упремся. Дадут прожимки, дадутся там все дела, короче, вихри должны оттолкнуться и сразу на тебя пойти. Ты должен будешь, смотри, сразу начинать уже вот так вот бежать. Как бегать, а ты не быстрее будешь бежать под стойками? Нет, то же самое. Тебе хватает с головой этого энчанта. Кто бегать будет? Я могу ему щиточку давать, чтобы он бегал быстрее. Лок, смотри, ты тут впервые на третьей фазе, это будет перефаза со второй, получается, после медведя. Когда говорят идти сюда в угол, ты идешь в угол и убираешь своего пэта, вообще отпускаешь его. И то есть идешь в угол, вот именно прям вот не вот сюда, не вот сюда, а вот в угол сюда. Берешь, разворачиваешься и можешь бежать даже. Дим, 9 минут. Нормально. Соответственно, четвертый факт. Ты так же само тут танчишь, а потом будем смотреть. Ну, сам поведешь, в какую сторону. Да я шарю, шарю. Да, давай. Поехали. Чек на готовность, чек на пул. Можно? Нету. Троих нету. Да ебаный в рот, 8 минут сопроты. Да срать на сопроты.
тут же только на ласте, на ласт фазе нужно, нет? Да. Ну, еще на третьей. А, на молниях, да. На ласт фазе все равно есть, типа, попадаешь, одну секунду стоишь, что умираешь. Нет, у нас милики умудрялись 2-3 секунды стоять и выживать, у нас хилы там одуревшие были. Я могу под зеленкой простоять сколько угодно. Ну шот. Там будет опять Mortal Kombat играть. В туалет, да, пошел играть Mortal Kombat. Ну, пожалуйста, выпадет этот топор злоебучий, сука. Не, нихера, надо тринка надо. Зов, зов упадет. Нахую я вертел ваш зов, блять, пушка нужна. Это мужицкий дождь, аллилуйя, поехали. Такая песня играет, вообще я ни разу такого не слышал. Не слышал? Я доволен. Это же легендарный сон. Man. Это перевод песни дословно. Да, да. Все, не, вообще есть русская песня. Такая. Смотрите, же, на пула нету, стойте, пока не бейте одну секунду, две, три, пять, я не знаю. Крылья прожимай, давай агри сразу. От вихря убегаем. Отбегайте, милики. He's raiding man. Аллилуйя. Прохил турбо. Пиздец. Молодцы, блядь. Ебать. Нет, шаман. Не-не-не, пусть БР дает, попробуем дальше. Да нафига БР. Выбей хильте, выбей хильте. Пусть они же... Здесь стамину дайте. Сейчас дам. На. Виби. Который бы Салю отдал. Пиздец. Ложитесь, что вы думаете? Вы на что-то надеетесь? Врагу не сдается на боку. А пошлите попробуем в угол встать, может не вылезет. Ну раз на раз не приходится. Ну вот тут я говорю сразу, хилы не захилят. Нужен ДЦ хотя бы. Могу спекнуться по фасту пойти. Но тут без ДЦ нет никуда. Тут можно и без ДЦ. Но... Ну либо должен. Но я последний раз шаманом хилил. Либо шаман, либо ДЦ. Я могу уступить кому-нибудь место, если там есть хороший хил в гильдии. Там хэпал или... Могу слетать спекнуться. Это будет, по-моему, быстрее и проще. Поставить сейчас магом портал, ты летишь, спекаешься, прилетать, все. Харе Кришна. Чё, лететь не? Вы просто не захилите эту метку, которую... Ну в ДЦ еще захилит, чё там за счёт абсорб? ДЦ-то хилит. Спекайся в ДЦ. В ДЦ-то не спекайся. Я полетел. Через 5 минуток уже буду готов. Не, я не знаю, прилетел бросок. 25 тысяч. За 2 секунды до смерти в турбо прилетает тик омоложения, усиленное обновление, это Шарпистул кинул. Я кидал. И один тик сумеречного обновления от чешки. Все, пиздец. Я не успею больше, ничего не успеваю. У нас нет инстинкта. Сейчас все будет. Да, танка дрона всегда отличался от скорости. И сообразительности. Да, самый нет, быстрый, вам, блядь, вам хил. Весело, ну, просто на диком западе. Надо не так хилить, надо кидать быструю хилку, вот эту
как оно покровительство, и после нее сразу быстрое восстановление. Да я так и кидаю, но она тоже кастуется, там, блядь, секунда 20. Ну так 2 секунды до смерти. На турбе должно висеть не только омоложение. Короче, ты виноват, все. Даже не выебывайся просто. По-любому. Ой, блин. Это все ваши хилботы забиндили на омоложение, восстановление, а потом по хилботу смотрите, дротик прилетает, вы не успеваете даже среагировать. У меня хилбот стоит, чтобы как этот, как гринд или как называется, просто чтобы на иконке тыкать и потом уже на кнопочке нажимать. Ну тот же грид даже хотя бы, грид. Ты же видел, дротик прилетел. И тут хилбот тоже вижу, просто я успеваю сделать один каст, это обновление. Потом начинаю давать флешку или связующее, и умирает чел. Так надо начинать, я с него. А ты попробуй наоборот. Сначала хилку, а потом... Да все, я уже в ДЦ спекаюсь, успокойтесь. Сука, обожаю свою гильдию. И вас не отхуесосили, тогда мы идем к вам, блядь. Да. Сумоньте. Челики не понимают турбо. Ладно. Сейчас у меня сгорит, они узнают, как хитить. Есть такое понятие, как ГКД. Ебать. 1,5 секунды это ГКД. Вот ты кинул свою мгновенную, блядь. Обновление эту хуйню. И у тебя, сука, 1.5 секунды до того, как ты начнешь кастовать еще хуйню, которая еще 1.5 секунды кастуется. А до смерти. Вы скажите, ДПС охватят? Будет как с ДПСом, если я в танк аспекту. Я хуй знаю. Надо смотреть. Ну лучше спекайся, потому что это залупа. Стоять на коне 20 секунд. Клык, давай в ДД будешь. Там важные символы у ДЦ есть или... Это... Я уже купил все. Я сейчас поставлю символ, я их купил. Почему? Не знаю, я его давно не видел. О, Войт, здравствуйте. Что вы делаете? Че, прошли? Я... Че? Как это так? Прошли? Да нет. А че? Вагнулись. И захиливают бросок. Че, вы разошлись? Нет, пока. ДЦ делает. Вы за там, типа, да? Нет. Я сегодня не смог прийти и работал. Сейчас я рыбку ставлю. Ой, блядь, сейчас полчаса спрятаться. Короче, смотрите. Давайте сапроты дам. Кому сапроты? Пропьешь на 5-й фазе, если что. Да, уже выпил. Ну ладно, кому сапроты еще давайте. Мне, пожалуйста, сейчас. Вот смотрите. Тут сдохнуть могут. Ну кто может? Может, все могут. Локи могут сдохнуть и маг. Вот допустим. Нет, маг не сдохнет, там же глыба у него, маг не сдохнет. Чё там? Паладин кинет 2 жертвенности на танкадур на себя БЗ, а шерпеступ на себя подавление боли на вихре. Это на появление вихрей. На 3-й фазе? А Локи, СС, скорее всего, на себя надо будет давать. Но нужно будет сделать так, чтобы танкадур не сдох.
Ну, связка, не связка, там неизвестно, сколько вихрей будут бить. Коробка. Турбо, тебе с пулы инфу сдавать? Ну, если хочешь сделать хорошо, то на второй секунде кидай боя. Если просто будешь кидать, ну, кидай. Ок. Ну, просто, чтобы ты не сорвал. У нас микстурка. Истерия на микстурку летит. Лапку дайте. Бафы все кидаем. Ауру огня ставь. На пятой фазе, наверное. Сейчас не надо. Хотя можешь и сейчас, но без разницы. Я не знаю, вроде все. Где-то ты в коробке. Кто вихри будет? Лучше прото дай. Ты вихри будешь. Прото поставь. Наш ДЦ теперь есть. Ну ладно. И не забудьте про петов на орле. Соколики. Скоро фаза медведя. Все под жопу давайте. Шарпестул, ты чисто диспель. И не хиль даже. Танкадру будешь. Что у него с маной? Танкадру тогда не хиль. Восстанавливай ману. Если босс по мне не попадает, то по третьим ботам не дают. Процент чё? 7. Мы сразу пишем прибыль. Да. Зашли и бежите в него. Димон, ты водишь или я? Я вожу 63%. Вот ветерей. 2. Петов убирают, петов. Турбо, чё ты туда пошёл? Пошли все. 61%, все в угол спрятались. Большого у вас не получается. На танкодру СС был? Нет. Все, падаем.
все в щиточках были. Танкадру, ты дубовую кожу дал? Да. Да она урона не наносит, блядь. Как можно сейчас сдохнуть было? Кому не наносит? Вообще он там бьет, блядь, по хуйне и сразу отлетает, если все правильно сделать. Еще через жопу как-то делает. Я не увидел, пэта все убрали. Да, пэта все убрали, просто ты, если бы быстрее подбежал, они бы ушли быстрее от нас, а они успели продамажить. Неплохо так. Клык, ты давал лайн защиты, лайн жертвенности на танкодру? Кого? Я священная жертва от КД, я священную жертву прошу. У тебя есть такая способность для жертвенности? У меня есть священная жертва, я прожимаю на себя божественный щит, чтобы, блядь, весь рейд нахуй меньше урона получал, ни один человек. Ну а для жертвенности у тебя есть? Есть. Так вытащи ее на панель и кидай ей на танкодру на вихрях, все. А можете послушать меня и сделать так, как я говорю, и никто не умрет? Ну давай. Просто будет проще, намного. Мы же, кстати, Войд на прошлом КД убивали по-другому. По-другому. Как? Вы? Ты забыл уже все? Че по-другому? В другом углу, что ли, стояли или че? Ну тогда все было нормально. Другой угол стартовый. Я не знаю, что у вас в этот угол вечно тянет. Без разницы, в каком углу стоять. О чем вы говорите? Нет. С центра тот, который левый, верхний, ближайший, оттуда микстурка быстрее добежит и заберет вихри. Пока он до сюда бежал, до этого дальнего угла, эти вихри дамажили 3 секунды, если ничего. Просто микстурка может просто подвести его чуть ближе босса, он ничего урона не нанесет за 1% и добить все. И не ебать себе мозги, не надо никуда долго перебегать, просто и все. Он не кливает, он ничего такого не делает, этот босс. Я не знаю, о чем вы говорите. Вихри, что через 20 метров, если ты дальше 20 метров от них находишься, они на тебя не полетят, что ли, так или как? Как? Как они работают? Сначала они идут к рейду, да, где все стоят. Ну. Потом, когда микстурка подходит, он их забирает и начинает их водить. Как он их забирает? Интересно. Если он будет за 40 метров от рейда, он их не сможет забрать, да? Ну так пока он бежал, упало 2 человека. Вихрь работает так. Смотри, он подлетает, он выбирает, например, любого в рейде человека. Он в этого человека должен удариться и отскочил. То есть, ну вот он ударился. 4 вихря там или 3 вихря, может, в одного человека полетело все. Вот его и убило. Важный вопрос. Сколько он бьет от нас руки, этот босс? Я не помню. 10 000, правильно? 10 000. Босс 10 где-то. Можно его перевести на 1%, чтобы ты тут и остался стоять? Вот, да, вот 1% у него стоит. Ты вот стоишь вот здесь, вот, ты вот здесь стоишь. Все, ты никуда не двигаешься. Просто Вуд его сагривает на себя, и мы добиваем этот 1%, переводим босса вот здесь, в углу его, и все. И он сразу, вихри от нас бьются, и ты уже начинаешь бегать себе по кругу, как это делают все. Все. Это сейчас начинайте велосипед изобретать. Да мы велосипед, босса убивали каждый раз по КД. Войд, давай считать, сколько мы его вот убивали. Ставьте рыбу, давайте начнем. Давайте убивать его, а не считать. Раз, два, три, четыре, пять, иду зубы убивать. Да? Ребята, вы, ну, вот эти все разговоры, это не о том. Я вам говорил, что нужно сделать, чтобы люди не сдохли. Танкодру не должен сдохнуть. Вы либо СС на него кидаете, если вам похуй, на него не будете кидать. СС уже есть. Второй СС на ком? Мне не надо. На ком второй СС сейчас? Вилина. Ну, короче. Я не знаю.
Ну как-то локов тогда девьте, чтобы они не сдохли. Рыбу. Стоит. Рыба стоит. Вот маг на нее сел. Вот маг, блин. А я думаю, чё где рыба-то? Врут мне все. Я под как гнездо. Ой, как птица использовал и прикрыл своего. Ну вы поняли, в общем. Друиды. Короче, зажал. Ублик медведя. Там хп немножко больше. Давайте что-то порейси. Медведя он перестанет хилить. У нас вечно хотят что-то очки. Еще, кстати, есть такая легенда, если от босса отбегать, когда он крутится, хилам намного проще. Я не знаю, это легенда. Хуйню какую-то сказал, что ты. Сейчас посмотрим. Интересно, кому ты сказал? Скажите, когда кончится 2. Почему мне на скилл, блядь, надо 3 раза нажать, чтобы, блядь, он его как-то произнес? В угол в какой бежим? В треугольник. Сколько процентов? 53. 62. Это собирать? Сынок, ты это тут. Ну, да. Сменять диспельте. Сейчас пройду, и все в центр идете. Пошли все в центр. Друг, стань ближе. РДД сильно не вливается.
Чуть не зацепил ветра, сейчас тут, блядь, пиздец. На рысе сразу оба мечи даем, или я, а потом... Нет, вначале ты, потом я. Я думал, ты вверх, иду. Поменять печать на ману, у танка друн маны нету, ресы манаем. У меня иннер есть. Так кидай иннер, пусть восстанавливается иннер уже, КД идет. Готов, сидим. Готов. Захилил мне очку. Бафы давайте. Хильте. Печать маны. Восстанавливаем ману, давай. Маны дайте. Долгим. Хиль. Сейчас прыгать будет, я жертву отдам. На ХП читай. Скоро фаз дракон. Сопроты все пропили? Толк. Перед лицом босса не стоим. Что я убить не могу? Чё, это целка не началась? Нет. Из этих магов не вижу, которые стоп. Ништяки, ништяки. Зов, сука. А там хорош дроид.
Че, уступишь по-братски зов? Я за ним хожу. Зов не уступлю. Ну, по рулу ты въебался, ебать. Ладно, все, всем удачи. Сейчас я подожду Миша. Оу. ЕПшечку кинь. Че, заебал, не уступишь зов? Алло, Матуба. Да я за ним хожу, пер купил на него, отвечу. Войт, а у Матумы тебя еще и чешку забрал некоторое время. Когда будешь ходить, будут тебе зовы падать. Ничего страшного. Не выпал, так не выпал. Я Войду тогда помню, в дарках уступил, короче, плащ СВК. Он еще зов хочет. Пидор, блядь. Сколько за этого? Да слушай, на сколько ты даешь? Не помнишь? Ноль, нахуй. Тысяча за дружину. Подавись, блядь, педрила, сука. Какие вы все добродушные, блядь. Да, блядь, у меня кружка ебаная, она нихуя не дает, блядь. Этот пидор мне тринку забрал. Чешку забирай. Сдохни. Говно. 600? Там же 1000, по-моему, нет? Ладно. Поставьте этот, пожалуйста. Этот. Димон.